В общем, всем хай. Сегодня мы будем играть в Subnautica. Напишите, вы хотите смешные моменты или, ну, выживалки или что-то еще. Просто, ну, мало ли кому-то понравится Subnautica, и я буду ее снимать. Выживание в ней. Аврору полетели. О, что это? Вот здесь есть металл, я могу его взять, окей. Блять. Есть инвентарь металлом. Тут есть какие-то штуки. Что это? Взять кислотный гриб. Синяя пальма. Я пособираю всякий мусор. Мало ли. Там хуйня какая-то будет. А что мне делать? Оно выглядит страшно. Оно тоже. Иногда, когда я сплываю из-под воды, у меня происходит фрит... А, блядь. Я зря плыл. Ну ладно. А, кстати, я хочу один эксперимент сделать. А что если поставить качество воды на среднюю? Что это, блядь? Не высоко. А здесь только средняя высока. А если так? Это даже лучше почему-то стало, мне кажется. Хоть где-то у меня 60 FPS. У меня есть грибы. Я грибник, походу. Как залезть теперь в эту ебаную шарманку? А. Что мне делать? Не, я залезу, мне не сложно, это поврежденное радио. И еще вы не против, я тут сенсу немножко. Вот так. Ой, блядь. Я не готовлюсь, а просто изготовить ресурсы. Мне вроде сейчас изготавливать. Ничего не надо. Взять птичку, окей. Ну, что у меня еще есть? Это крыса. Изготовить, ну, не, я изготовлю. Титан. А зачем это? Энергия. А что мне делать? Это что? Хуёвая идея. Улезь обратно. Открыть хранилище. Питательный батончик и вода. А какой этап? Ну так. А что я могу делать, собственно говоря? Как выживать, когда... Это... Блядь. Это нужно тушить? Что делать? У меня есть задание? Ну... Круто. Фюзеляж Авроры разгермизировался. Блядь, заткнись, пожалуйста. Причина неизвестна. Мне немножко не работают все кнопки F, кроме F1. Поэтому я сделаю скриншот на 2. Вши не обнаружены. Это на таб закрыть. А. У меня додик получается, да. Ну, то есть у вас скриншоты? Только зачем я их сделал? Вот какой-нибудь такой скриншот? Я не знаю, что-нибудь найду. Булька. Я попробую его не тушить. Блядь. Я могу... Нет! Что это? Есть изменение в компании любого электрического оборудования. Вероятность вашего выживания только что увеличилась до маловероятно, но не исключу. Я на всякий случай возьму еще грибы. Блядь, ты тонешь? Тут есть какая-то херня подводная. Вон моя капсула, все рядом. Это залутать нельзя? Чё, собственно говоря, я тут забыл. Можно еще раз такую херню сделать? Я просто скриншот сделаю. Спасибо, вот как-нибудь.
А, ладно. Я просто сделал в многих местах скриншот. Вот что-нибудь потом в фотошопе найду. Если что, я так и не понимаю, что делать, да. Я умный. Персональное снаряжение. Огнетушитель, труба. Водный насос. Обычный кислородный баллон. Мне нужен титан. У меня есть титан, насколько я знаю. Синтезирован новый чертеж. Хорошо. Это инструменты, нож. Мне нож нужен, что? Силиконовая резина. А я могу изготавливать что-то? Батарейка. Давайте еще больше титана сделаем. Водоносный контейнер. А из чего делается титан? А, металлолом нужен. Кстати, я хочу чекнуть, что... А. Бля. Мне батарейка, значит, нужна. Что нужно, чтобы сделать батарейку? А я ее могу сделать. Давайте сделаю. Синтезирован новый чертеж. Теперь сканер. Сканер можно использовать для синтеза чертежей из найденных технологий и для записи инопланетных биологических данных. Сейчас ночь. Кого я могу изучить? Что я могу изучить? А, это нужно прям удерживать. Открыт новый организм. Мне не нравится ночь. Что это за херня? Это можно изучить? Она меня не пиздит уже хорошо. Залезь, пожалуйста, мне страшно. У меня есть рыба. Что я с ней могу сделать? Нельзя выбросить. Сколько у меня грибов? Это вода минус 7 и да. Мне просто интересно, мне это нужно? А, водоросли. А что нужно? Ой. Чтобы сделать ножик. Приготовленная еда. Инструменты, нож. Ой. Нож. Резина и титан. Титан у меня есть. А чтобы найти... Ой. Водоросли. Для этого нужен нож. Чтобы сделать нож, нужна резина. Гроздь семян. Водоросли. А каких именно? Тут просто не сказано. Теперь не, но я... Я мог бы поискать, но... Мне, видимо, придется скипать ночь. Обнаружен повышенный уровень радиации. Данные совпадают с повреждениями ядра двигателя «Авроры», полученными во время крушения. Я сделал вот так и все. Thank you.
заросли. Это можно взять? Можно. Мне желтин. Да не ори ты. А где эти водоросли растут? Это что? Говно. То есть, мне кажется, это то, что мне и надо было. А, ну, синтезирован новый чертеж. В натуре. Серьезно? А, ты сдох. Участки. Так этим говном можно питаться. Поймал. Хорошо, все можно готовить, это идеально. Сейчас еще и так, первоначальная еда готова. Зачем? А можно делать дополнительное хранилище? Просто я бы сделал. Окей, я чекну, есть ли у меня титан. Да, есть. И перевожу это. То, что похолоть у меня есть. У меня вот один остался сырой, у меня место закончилось. Давайте я нажму сохранить. Вот. Я сделаю, мне не жалко. Зачем он нужен? Его можно держать в воде.
Да его толкаешь, мне не нравится. То сегодня нельзя взять, пока он не пустой. Тогда я не знаю, что с ним делать. А, нифига, он ногу занимает. У меня места нет. Внимание! Продолжающееся разрушение ядра двигателя «Авроры» может привести к квантовому взрыву. Продолжаю наблюдение. Свинец, а где его добыть? Я мог добывать титан. Мне нужно больше чита. А. Нет, это металлом нужен. Я вот так залезу и сфоткаю Марс. И в принципе все. Всем пока.